просыпаются, за лопаты и ведра хватаются, с рюкзаками и даже с тележками на вокзалы бегут перебежками. По железнодорожной дистанции они едут на дальние станции. В электричках призвание нашедшие, люди дачные, сумасшедшие. Благополучные аккуратно сверяются с книжками, чтоб росли огурцы с пупырышками. Две морковки везут с чувством гордости, свое счастье на грядках нашедшие, люди дачные, сумасшедшие. Чтобы взять урожай, как в баталии, они жизнь проведут кверху талией. Посочувствуем им участливо, люди дачные, будьте счастливы! Отдохнули бы.